Всем привет! Сегодня у нас на разборке Bluetooth динамик от компании Ultimate Ears. А после купания захотелось посмотреть, что там, как там внутри. То есть как бы погружал его в воду, он там булькал себе. Единственное, что под водой Bluetooth сигнал начинал пропадать и, соответственно, ну, музыка прерывалась. В общем, я его разобрал. Ремешочек, он зажат между двумя. Ну, он как бы съемный, тут два шарика, вот как видно, вот тут вот так вот замочек такой сделан, то есть, в принципе, он не выскочит. Вот основная плата, на ней расположены разъемы подключения твиттеров, блока управления включением-выключением, поиска по Bluetooth и громкость плюс-минус. Здесь у нас расположен разъем для элемента питания аккумулятора. Аккумулятор. 3,7 вольта, 2030 мАч. И тут у нас контактная группа для того, чтобы подключать USB-разъем и 3,5 джек. Вот, в принципе, все разъемы, которые здесь присутствуют. Ну и вот эта вот антенка для Bluetooth. Сам динамик, он пластиковый, и вода ему ничего не сделает. Теперь перейдем к верхней крышке. Сейчас открутим и посмотрим, что у нас там за твиттеры. Любопытство сильно велико. Все довольно просто, быстро откручивается, никаких усилий не надо прилагать. Единственное, что вот такая вот штучка. Вот такой вот у нас твиттер. Даже еще капельки остались. Недовысох он. Вот такой твиттер. Тоже он пластиковый. И вода ему ничего не сделает. Вот такая штучка. В принципе, вот такое колечко уплотнительное здесь. И пластиковый динамик. В итоге, верхняя крышка, кольцо уплотнительное основное для центрального динамика и для твиттера, то есть здесь такое же. Внутри идет металлическая перфорированная решетка, сверху она обтянута тканью, ну, в общем-то, и здесь больше ничего такого примечательного нет.